Мне кажется, если это лекарство от рака, оно существует, то не нужно об этом просто говорить. Докажите, покажите. И если оно существует, и если оно работает, черт побери, сколько людей страдают сейчас и болеют. Но возьмите и сделайте что-то, чтобы показать, вот, оно есть, оно работает, чтобы люди выдохнули и стало спокойнее на душе, что столько жизней можно спасти. Ну, иначе зачем просто говорить?